Итак, четвертый день у нас котик, и мы пришли к выводам, что мы завели не котика, не котенка, а свинюшку маленькую, потому что дом превратился в нечто ужасное. А, да, и мы все уже сильно исцарапаны. Вот, боевые раны. И это мы еще не даем ему себя, то есть мы не играем с ним руками, ногами. Это он сам просто во время игры случайно попадает на ноги нам или на руки. Или ему кажется, что мы с ним играем рукой, хотя в это время рука просто висит, допустим, свисает с дивана. И все. Спит он также под диваном. Нет, когда мы рядом, когда мы смотрим телек или там занимаемся своими делами, сидя на софе, он спит рядом с нами, между нами, на нас. Когда я занимаюсь на уроках, он спит на этом стуле. Здесь вот я сижу, он вот тут вот сзади меня умудряется просочиться и спит там. А ночью или когда мы уходим, допустим, в магазин или еще куда, он вообще спит за диваном. Или там включаем пылесос, он тоже уходит за диван. Убегает. Так что пока так. Такие вот вести с полей. А, еще он умудрился уже в унитаз прыгнуть. Ему было очень интересно, что там. Кстати, у него не остался страх. Я еще раз говорю, давай посмотрим, что там. Он легко подошел и посмотрел. Но не прыгал, конечно, уже. Познакомили его с Фунтиком. Да, Фунтик сейчас у нас работает. Давай его пустим туда. Стулья стоят здесь, чтобы Фунтику не мешать убирать. Короче, это он не особо желает. Он боится к нему подойти, но, по крайней мере, уже не боится его существования. А как только мы его включили, он снова побежал за свой диван. Так, что там уже? Что тут происходит? Спрятался? Все, мы закрыли от тебя Фунтика. Короче, он играет, ест и спит. И вот так вот эти три действия сменяют друг друга. А когда он играет, он не может сам играть. Нет, он может, но очень короткое время. Если он видит нас рядом, то он не будет сам играть. Он требует нашего внимания. Томми? Вот его любимая игрушка. Вот с третьего, что она превратилась. Она была когда-то ровная, гладкая. Как когда-то, 3 дня назад она была нормальная. Он ее изорвал всю. Все, уже устал. Так он уже ходил с открытой этим, со свисающим языком. А, ему уже по полу не совсем интересно бегать, ему нужны разные ярусы. Поэтому у него пол, диван и вот подушки на подушках. Удивительно, как он на ту полку еще не заскочил. Все, Томми, передай всем привет. Ты говорила, сколько ему лет? А, я не помню. Короче, если мы еще не рассказывали, ему 2,5 месяца. Его зовут Том. Его так назвали предыдущие хозяева, поэтому мы не стали ничего менять. Он уже приучен к горшку, поэтому нам на одну проблему меньше было. С едой вообще все отлично, только мы решили купить вкусняшки, о которых как-то говорили. О, сейчас покажу. Пока Фунтик убирает, стулья с кухни стоят здесь, и вот он их использует тоже обязательно в своих играх. Короче, вот смотрите. Мы читали, что, да и видели, кто-то говорил в видео, что надо им покупать такие вкусняшки и давать там периодически как бы хвалить за что-то. Но мы его хвалим на словах,
Потому что эти вкусняшки он вообще не воспринимает нормально. Хочешь попробовать ему дать? Только не... Это. Я ему дам понюхать просто. Да, руки не подставляю особо. Короче, вот его реакция. Он этой штуки боится. А когда руки пахнут этой штукой, он бьет руки. Бьет руки наши. Теперь мне после этого его трогать нельзя, потому что он будет бить меня. Это такие колбаски. И они его пугают. Вот. Вот такие вкусняшки у него. Видимо, это... Короче, он боится. Вот так вот. И все вкусняшки, в каком бы магазине ни посмотрел, они все в виде этих колбасок. И что-то ему вообще не понравились. И он подходит, и ходит вокруг. И я не знаю, там... Если на этом месте лежала вкусняшка, он подходит, просто это место бьет. Значит, не вкусняшка. Что за реакция такая? Надо производителям написать, что не все коты ее едят. Маленькие это не едят. И вот смотрите, все, я ему предложила. Ну, не нравится тебе, отойди. Но нет, он считает, что это что-то страшное. Он не может успокоиться. Все, ладно, сейчас я унесу, не бойся. Не знаю, может, это способ приготовления этой вкусняшки. Может, после этого он ее поест? Не, ну, конечно, мы вытаскивали из этого пакетика. Это просто... Я сегодня в очередной раз решила попробовать, и снова реакция та же. Может, они из собак делают свои? Томми, это те же вкусняшки, так что аккуратно. Так. Взяли мы этот еще Кратцбаум. Этот, короче, точилка, когтеточка точно. И вот когтеточка, я ему показываю, он приходит вот так вот. Он приходит тоже, там начинает что-то точить. Здесь он лежит, эти края он грызет зубами. А вот сюда он почему-то боится зайти. Как это страшное для него место. Все, ладно, не будем тебя стрессовать. Заберу и унесу. Чего ты подходишь? Тебе же не нравится. Вот, когда наблюдательный пункт.